Всем здоровья, дорогие друзья, с вами Костыль, добро пожаловать на новенький видос. Собственно, некоторым людям, так сказать, да, понравилось прохождение этой карты. Именно поэтому я буду проходить эту карту. Я уже понял, что она очень большая, просто максимально большая. Но, друзья, сейчас посмотрим. Короче, вторая часть прохождения этой карты. Эта карта была сделана специально для наступ, но я этого не знал. И, соответственно, как бы, вот теперь уже знаю, как бы. Да, я удивляюсь, конечно, да, друзья, смотрите, вот здесь вот такие вот блоки, я так и думал, что здесь будут эти блоки, потому что я уже как бы смотрел здесь, что здесь, да и как, паркур, вон там вот вроде как кнопка, да, ну да, там кнопка, друзья, я думал здесь пробежать, типа, да, вот так вот здесь просто, но здесь как бы невидимые блоки, блин, не все так как бы просто, так подождите, а спавнпоинт тут есть спавнпоинт, друзья, ну короче, поставьте лайк за это прохождение. Мне очень нравится эта карта, прям максимально она классная, друзья. Подождите, давайте я сделаю вот так вот. Сейчас все прогрузится. Короче, друзья, я вам рассказываю. Нашел эту карту просто в интернете. Да, оказалось, что эта карта как бы сделана для определенного человека, которого я, кстати, друзья, я хочу с этим человеком снять совместку, друзья. Да, для меня этот человек, ну, много что значит, так сказать. Ну, как бы вы знаете, это Настя, Наступ, Анастасия, друзья. Да. Наверное, я все-таки отмечу ее в описании. Да, чтобы она хотя бы увидела этот видос. Ладно, друзья, короче, полетели. Так, ага. А, нифига, да, здесь сохранение, друзья, стоит. Так, отлично. Давай. С первого раза! Со второго раза, пацаны, офигеть, это, друзья. Ну, спидранер, пацаны, чё? Кнопка найдена. Вообще-то кнопка найдена, ну да ладно, друзья. Так, отлично, и что теперь? Типа... А, пацаны, ну, я помню. Я вспомнил, нужно найти 5 кнопок, чтобы открыть главную дверь. Офигеть, пацаны. Здесь, соответственно, я тоже был. Блин. Ну смотрите, сказано было в предыдущем видео, что нужно найти вроде как 5 кнопок, да? Я нашел эти все 5 кнопок. И вот... Да, реально, вот проход, смотрите, что это такое. Канализация. Подождите. А это было здесь? Нет, здесь этого не было, 100%, я бы заметил. Нифига себе, пацаны, посмотрите просто. Так, ну здесь нету барьера, соответственно, сюда можно упасть. Так, отлично, куда мне нужно? Так, там дверь, и вот здесь вот дверь. Погнали сюда, тут закрыто. Нужен рычаг, ага, рычаг у меня есть, друзья. Проходим. Лифт. Так, пацаны, ладно, не, лифт я не буду трогать. Скорее всего, лифт куда-то очень далеко, в жопу мира, наверное. Сейчас мы, друзья, посмотрим, что в этом, собственно. Так. Отлично, пацаны. Так, называется это, соответственно, информация. Информация, пацаны. Это счетчик нажатых кнопок. Когда ты будешь нажимать на один из кнопки, будет загораться эта лампа. Какая лампа? Может, у меня здесь это было? Нет, ничего нету. А че за лампа, пацаны, не пон. Так, у, нифига, можно стрелу в эту руку брать. Офигеть, друзья, не знал, пацаны. Ну, чисто так, знаете, чтобы убрать из инвентаря, друзья. Чисто, знаете, такой вот такой разбойник, пацаны. Опа-ча, опа-па-па-па-па, пацаны. Смотрите, просто лютейшая машина. Машина убийства, пацаны. Ну ладно, не-не-не. Я как бы мирный, я мирный, не бойтесь меня. Так, ладно, короче. Лифт так лифт, полетели, соответственно. Посрался, боже мой, я думаю, это игрок какой-то. Ё-моё. Чё, какой-то жертвоприношение, что ли? Нет, не расскажешь? Так. Опа, смотри, еще он такой. Опасненько, пацаны, опасненько. Так, здорово. Крутой ник, очень крутой ник. Да, угадаю, ты хочешь пройти в ту дверь? Ладно, я тебя пропущу, но только если ты должен... Ну, подожди, но только ты должна, друзья. Я ж прохожу от имени Насти, как бы, да. Должна будешь пройти все мои испытания, если ты, конечно, согласна. Да, я согласна, как бы, я сегодня девушка, да. Невидимый лава-лабиринт, пацаны, это жестко, боже мой. Невидимый лава-лабиринт. А как? А, вот здесь вот фигня есть, пацаны, все, это отлично, пацаны. Значит, будем проходить на шифте, блин. Да, пацаны, да. Я не знаю, как это... Я ненавижу эти лава-лабиринты. Ну, просто вот такие вот лабиринты, знаете. Это очень геморно, боже мой. Я здесь очень долго буду, вот... Вот, просто. Ну, это капец, пацаны. Я не умею рассчитывать, соответственно, свои габариты. Так. Так, пацаны.
Блин, а вот это, кстати, задание как, вроде как видел. Я там немножко, знаете, друзья, чисто, ну, проматывал просто видос на ступ, да, и заметил это видео. Nice. На второе испытание свинина в лабиринте. Надеюсь, это не про меня. Так, свинка. Вспомним свинку. Вот наша свинка. Так, и морковь. Отлично, у меня есть морковь. Так, подожди, сначала нужно найти как бы туда, куда нужно эту свинку, соответственно, отправить. А, нифига себе, друзья. Вот это много очень пройти нужно. Так, давайте пройдем вот сюда, вот сюда. Нет, здесь у нас тупик, друзья. Значит, соответственно, нужно поворачивать вот сюда. Так, отлично. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. А, ну, в принципе, ничего сложного. Все, полетели, свинюшка. Я знаю, что ты как бы можешь, ты могёшь. Ты... Умеете, могёте. Так, куда дальше, куда дальше? А, сюда, свинка, сюда. Не ссы в русы, как говорится. Давай, 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 давай. Хочешь морковку? А, фиг ты её получишь. Давай, заходи. А чё, так можно было, что ли? Так, ладно. Шедеральный у тебя ник, кстати. Так, все, третье, полетели. Третье задание. Ну. Алло. Алло. Тетя. А че третье задание? Пацаны, я сломал что-то с систему какую-то. Не знаю, вот ничего не лагает, смотрите, все работает. Алло, третье задание. Ладно, друзья. Чё-то сломалось, пацаны, чё-то сломалось. Так, ты сломал, полетели, кнопка найдена. Все, отлично, я нашел кнопку. Чё ты меня смотришь? Все, как бы, твои задания мне нафиг не нужны. Так, все, полетели назад в лифт, соответственно, мне теперь, так, а как говорилось про вот эту вот фигню, смотри. Ой, блин, я поставил фонарь, его забрать можно? А фонарь забирать-то нельзя. Блин, или можно? Вот это придурок. Хух, он забрался, обалдеть, слава богу. Так, отлично, у меня информация, подождите. Да, все правильно. Вот тут информация, будет загораться эта лампа. Вот, какая лампа, я не знаю, может быть эти лампы? Или же подожди, будет загораться эта лампа. И вот здесь вот лампа, смотри. Смотри, смотри, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Еще одной кнопки нету, друзья. Нужно найти еще одну кнопку. И тогда откроется какой-то проход. Так, нужно... Что же нужно? Вот здесь вот закрыто. То есть мне нужно найти кнопку, наверное, чтобы оно открылось. Этот проход. Давайте тут походим. Возможно, здесь мы найдем что-то. Вот, смотри, что это там такое. Так, пацаны, давайте пройдем туда. Да, смотрите, там реально что-то имеется. Да, пацаны, смотрите, я угадал. Все, кнопка активирована, пацаны. Офигеть. Все кнопки найдены, поздравляю. Отлично, отлично, да. Все, полетели, пацаны, полетели туда. Офигеть, друзья, быстро я управился, кстати. Так, все, что, все, здесь все, оно загорелось. А теперь что? А вот теперь что делать? Теперь я вообще не знаю, что делать. Ладно, друзья, давайте вернемся назад в тот лабиринт. Возможно, я что-то найду. Погнали через канализацию, так будет быстрее, наверное. Я упустил что-то именно здесь, потому что здесь... Так, подождите. А, реально, вот эти ворота, боже! Какой я придурок! Обалдеть, так, какой-то... Так, ладно, неважно, не будем ни на что обращать, давайте пройдем. Ё-моё, пацаны, как это эпично выглядит, вы просто посмотрите на это! Пацаны, красивые кадры, просто красивые кадры. Класс, пацаны, просто так сейчас пройдем. Вот так вот, знаете, друзья, это для видоса, это для видоса. Ой, что-то отжалась кнопка. Для подождите, смотрите, что это? Факел. Первое, это факел. И тут три кота, пацаны, три кота, как говорилось, три кота. Так, подождите, я хочу вот это вот все себе взять. Так, подождите, как? У меня, блин, места вообще хватит так-то? Так, подождите. Так, это я тебе оставлю, дружок, а это ты давай мне, так сказать. Так, так, и вот так. Все, отлично. Все, отлично, я оделся, ты это мне тоже давай, как бы.
Почему бы не и нет? Это сюда. Все, друзья, смотрите, я просто в полном сете, профессиональный сет, да. Короче, это вода. Это факел. Это я не знаю, что это такое. И это тоже не знаю, что это такое. Но это похоже на факел. Так, я так понимаю, это те самые три кота. Да, вот сюда их нужно покормить. Привет, кошечка, привет. Блин, она прикольная, кстати. Привет, привет, привет. Так, это какая-то такая серая. Кстати, я такую в реальной жизни видел трехцветную. Говорят, что она типа приносит счастье, что ли, или как? Счастье, как это правильно на русском говорить, не знаю. Так, вот, сырой лосось. Я должен вас накормить. Так, скидываем его. Так, все, кушай, кушай, кушай. Жри, так сказать. Так, вот сюда тоже скидываем. И вот сюда тоже скидываем эту рыбешку. Все. Миссия выполнена. Все кошки, все задания выполнены. Поздравляю. Все, друзья, я прошел. Я прошел миссию. Создатель карты. Так, создатель карты. Кстати, здесь уже нету. Вот посередине табличка еще была. Специально для нас тут. Все, я прошел, то есть. Привет. Скоро вторая часть, чтобы вышла скорее карты. Не подождите. Скоро вторая часть, чтобы скорее вышло карты. Что? Как это прочитать? Чтобы скорее вышло карты, поддержите. Блин, странно это все, конечно, написано. Ну, что, друзья, что вы хотите, как бы казах здесь, казах какой-то строил это все. Вот. Это вот. Коха-джоха какая-то. Так, отлично, у нас здесь такая книжка. Давайте. А, это зачарованная книга. О, принял, пацаны. Ну, короче, друзья, я так понимаю, я все прошел. Да, я все прошел, соответственно. Как-то вот так вот это все получилось. Я не знаю, за сколько времени прошла наступ и как она это все проходила. Но сейчас, поскольку, ну, когда я посмотрю, ну, когда закончу свой видосик, я пойду быстро смотреть ее видосик и посмотреть, как она проходила эту карту. Я уложился в две серии, если вот так вот их суммарно сложить, получится минут 20, наверное. Минут 20, ну, нет, даже, наверное, 30 где-то минут. Вроде как, нет, даже не знаю. Ну, короче, если вам понравилось это видео, тогда поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Напоминаю, ссылочка на мой телеграм в описании. На мой телеграм, соответственно, вы можете скидывать там свои карты, и я буду их проходить, типа, вот, как это назвать эту рубрику, не знаю, подожди, прохождение карт от подписчиков, друзья, по-моему, звучит прикольно. Да, короче, с вами был Костыль, с вами прощаюсь, и до новых встреч. Кстати, в этот раз я очень быстро управился, даже на 4 минуты вроде как раньше, друзья, прикольно. У меня, короче, много рыбы, короче, всем пока, друзья.